В Саратовской области сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска и сотрудниками УФСБ России по Саратовской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны подозреваемые в серии вымогательств денежных средств у граждан. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренной части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации, сыщиками уголовного розыска установлены и задержаны 8 подозреваемых граждан. Задержание 6 граждан проводилось в августе и ноябре 2018 года. С учетом выявленных эпизодов деятельности группы, в феврале текущего года полицейскими во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Саратовской области и Росгвардии в Марксе произведено задержание еще 2 подозреваемых. Установлено, что участники группы осуществляли вымогательство денежных средств и у индивидуальных предпринимателей, угрожая им физической расправой. Суммы, полученные от потерпевших, варьировались от 30 тысяч до 1 миллиона рублей. Сотрудниками полиции собрана доказательная база, подтверждающая причастность задержанных к совершению 5 вымогательств. Кроме того, полицейскими выявлен факт совершения мошеннических действий рядом фигурантов, что выразилось в фальсификации документов и незаконном получении денежных средств в сумме более 5 миллионов рублей. В настоящее время задержанным предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А, В и Г, части 2 статьи 163, а также части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.